Нашими сотрудниками задержан подозреваемый в производстве и сбыте через интернет наркотических средств. Установлено, что мужчина в арендуемом жилом доме использовал различные химические реактивы, а также лабораторное оборудование. Синтезировал запрещенные вещества, а затем реализовывал их через тайники-закладки. Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе обыска в доме и хозяйственных постройках нашими сотрудниками изъято около 8 килограммов запрещенного вещества, в составе которого, согласно заключению экспертизы, присутствует метилофедрон. Также обнаружено более 100 килограммов химических реактивов и лабораторное оборудование. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.